Во второй раз в этом году в полуфинале турнира серии «Большого шлема» ракетки скрестили Мария Шарапова и Петра Квитова. И вновь 25-летняя россиянка выиграла у 22-летней теннисистки из Чехии. Но если в Мельбурне их поединок продолжался 3 сета, то в Париже Мария добилась победы в 2 партиях. 6-3, 6-3. Шарапова 4 раза брала подачу Квитовой, позволив Петре сделать лишь 1 ответный брейк. Мария уже становилась победительницей уимблдонского турнира, открытых чемпионатов США и Австралии. Во Франции она впервые пробилась в финал. В субботу оппонировать вернувшей себе звание первой ракетки мира Шараповой будет Сара Эррани. Мне очень приятно, что меня снова будут называть лучшей теннисисткой мира. Несколько лет назад я практически выбыла из рейтинга, пришлось все начинать с нуля. Но возвращение на вершину я отмечу на следующей неделе. Сейчас самое главное — подготовиться к финальному матчу. Открытый чемпионат Франции и первый турнир «Большого шлема», на котором я дошла до четвертьфинала. Это было 8 лет назад. И вот я снова счастлива в Париже. Шарапова поквиталась с Квитовой за прошлогоднее поражение в финале уимблдонского турнира.